Здравствуйте, вы слушаете «Вести Магнитогорск» на «Маяке» в студии Светлана Семеркина. В Магнитогорске умеют считать деньги и не скрывают, куда их тратят. Бюджет города металлургов на всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» признали самым открытым и прозрачным. Всего участвовало 268 муниципалитетов из 60 регионов. Награда престижная. Кошелек Магнитогорска всегда был открытым, а 8 лет назад, когда появился портал «Бюджет для граждан», стал еще доступнее. В этом кармане деньги можно не только посчитать, но и увидеть, куда их потратили, рассказывает Ольга Князева, начальник отдела методологии исполнения бюджета администрации Магнитогорска. С помощью портала жителей города, и не только жителей города, любой человек страны, зайдя на него, может ознакомиться с бюджетной политикой города Магнитогорска. Ольга Ерофеева почти каждый день домой с работы возвращается через парк у Вечного огня. Это гордость магнитогорского благоустройства. Ольга уверена, важно знать, куда расходуются деньги. Заходишь на портал в сферу благоустройства и понимаешь, сколько потрачено денег. И идешь по парку и смотришь, что все красиво и хорошо. И гордишься своим городом. Уже много лет главные статьи расходов в бюджете Магнитогорска – это социальная сфера, культура, образование, соцзащита. Пресловутая поговорка «копейка рубль бережет» для управления финансов администрации Магнитки – рабочий девиз. Закончить год без кредитов и дефицита – их главная задача, комментирует Лилия Абрамова, исполняющая обязанности начальника управления финансами администрации Магнитогорска. Наш бюджет формирован в полном объеме, чтобы исполнить все расходы бюджета города для населения в сфере образования, соцзащиты, культуры, физкультуры, ЖКХ, транспорта в полном объеме. Отмечу, Магнитогорск уже в 8-й раз за последние 15 лет удостоился столь престижной награды. Тем временем Комитет по строительной политике и ЖКХ Законодательного собрания области обсудил реализацию госпрограммы благоустройства населенных пунктов Челябинской области. В ее рамках благоустроят дворы и общественные пространства. Так, в прошлом году средства были направлены на благоустройство 129 общественных пространств региона. Из них три объекта – улица Мира в Южноуральске, набережная в Нязепетровске и прибрежная зона парка у Вечного огня в Магнитогорске – включены в перечень лучших объектов, реализованных в 2021 году. Как отметили депутаты Комитета по строительной политике и ЖКХ, Челябинская область вошла в топ-10 регионов Российской Федерации, которые перевыполнили показатель по числу проголосовавших за общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году. В этом году в голосовании приняли участие 575 тысяч южноуральцев. В Магнитогорске у 80-летней пенсионерки вымогали 200 тысяч рублей. Пожилая женщина не только смогла уберечь свои сбережения, но и рассказала сотрудникам полиции, как ее пытались обмануть. Оказалось, что женщине позвонил неизвестный на стационарный телефон. Мужчина представился сотрудником силовых структур, пояснил, что дочь женщины якобы совершила ДТП. Через некоторое время пенсионерке вновь позвонили, сказали, что дочь могут привлечь к ответственности, но вопрос можно решить деньгами. Нужно было собрать 200 тысяч рублей и личные вещи и передать сотруднику, который приедет. Мошенники разыграли спектакль по телефону. Трубку передали якобы дочке пожилой женщины, но ее голос оказался не похож. Пенсионерка засомневалась. И тогда ей начали пояснять, что у ее дочери после ДТП разбита губа, и голос от этого кажется чужим. Однако пожилой женщине объяснения не понравились. Она прекратила разговор, позвонила внуку и выяснила, что все в порядке. Благодаря бдительности и знанию мошеннических схем бабушка не отдала мошенникам указанную ими сумму, прокомментировали в пресс-службе МВД России по Магнитогорску. На Южном Урале установилась жаркая и солнечная погода. Магнитогорцам напоминают, купание разрешено только на специально оборудованных городских пляжах. В Центральном у монумента Тыл-фронту, в парке Лукоморье и на Северном пляже на территории сквера ветеранов, где созданы безопасные соответствующие условия. В других местах акватории реки Урала, а также иных местах, не приспособленных для этих целей, фонтанах, карьерах, прудах в пределах границ Магнитогорска купание запрещено. Это опасно для жизни. Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска напоминает, при возникновении несчастного случая звонить по телефону экстренного вызова 112.
И о погоде. 26-28 градусов тепла обещают сегодня магнитогорские синоптики. Ветер западный и юго-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 723 миллиметра ртутного столба. Доброго дня!